Здравствуй, Алик из Саратова, с братом Рафиком немножко на рынке овощи, фрукты торгуем. Вот, я все знаю, в каждой вещи разбираюсь, потому что в любую вникаю. Еще у меня есть жена Этери, орхидейка моя, она мне вопрос задает, чтобы тоже все знать. Этери, что ты меня спросил последний раз? Алик, что там это мэр Оренбурга морду хочет кому-то набить? Да, не шуми ты на весь улицу, на всю Саратов нашу, не шуми, клянусь. Ну, вот, да, действительно, это вот мэр города Оренбурга есть такой, Сергей Салмин его зовут. Он делал интервью с девушкой-журналисткой и сказал, что выросло целое поколение людей, которым по морде не давали. Ну вот, что я буду за него рассказывать, пускай он сам про себя скажет. Вот. И благодаря соцсетям и, соответственно, нашим гаджетам, я еще раз повторяю, выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду это больно. Когда нос на бок, кровь течет, это больно. Но я на более... За свои слова отвечать можно же, правда же? Вот это мое личное отношение к анонимным телеграм-каналам. Да, вот это меня поражает, конечно, да, вот люди такие, да, Салмин сам, он бывший, значит, там это, самбист, он мастер спорта, выступал, потом стал мэром. Но все равно, вы знаете, когда я такое слышу, морду набить, да, это неправильная постановка формулы. Вот, ну, безапелляционно так нельзя говорить, я кому-то набью морду. Нет. Ты должен всегда, когда такие вещи говорить, употреблять другие слова. Например, я попытаюсь кому-то набить морду. А вот это будет более справедливо, потому что в мире есть масса случаев, масса примеров, когда лучшие, мордобиватели, да, оказывались на полу, оказывались на конвасе, да, это получается и Майк Тайсон оказывался на конвасе, а в это даже поверить никто не мог, да, кто Майка Тайсона тронет, кто с ним справится. Было такое, Ленокс Льюис, супербоксер, тоже он лежал, думал выходить, морду набью, а оказывался сам на полу. И Федор Емельяненко наш, который самый лучший прославленный вот этот боец ММА, и он лежал на конвасе много раз. Вот, и Рой Джонс младший, супер-супербоксер из всех. И он оказывался опрокинутым и немножко лежал, хотя выходил с целью набить кому-то морду. Так что вот такие вещи не надо. Будь аккуратней, осторожней всегда. Если ты кому-то что-то хочешь сказать, попытаюсь набить морду. А там черт его знает, как это дело пойдет. Может быть, ты набьешь морду, а может и тебе. Такое тоже бывает. Поэтому заявлять громко такие вещи ни к чему. Да, вот, например, вот у нас Владимир Владимирович тоже, вот он в прошлом году, да, больше чем год назад, тоже думал, раз вот так вот и набьет морду. А жизнь распорядилась немножко по-другому.